Тут никто так не делал. Привет, друзья! У нас неожиданно сегодня похолодало, но это не отменяет нашего запланированного оффроуда. Сегодня мы поехали в 4 машины, у всех сегодня тестовые выезды. Сегодня у нас первая идет тачка за 100 тысяч рублей. На покатухе у нас машины примерно все с одинаковым дорожным просветом 41-43 сантиметра, но с разными моторами и в разной весовой категории. От этого будет еще интересней. Ребят, кто еще не успел подписаться, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Приятного просмотра! Сейчас ила в луже примерно по середине ступицы, даже выше, чем ступица. Вот здесь видно. Это ты сейчас стоишь там на колее стоишь, да? Офигеть, слушай, 48 колеса там, да? Помещаются нормально. Ты что, получается, буксуешь или что? Да, снижение не хватает, оно крутит сцепление. Оно нагревается, как вода. Сейчас спережет, она остынет. Блин, да, с такими колесами мне просто жизненно необходимо понижение. И у тебя еще без гидроусилителя, я смотрю, да? Судя по капелькам росы. Гидроусилитель для слабаков. Ну ты бы вдвоем там крутите хоть? Только когда в объезд. Не помогает, да, крутить? Мы делаем рокировку, машину Вадима поставим на последний, а первый сейчас пойдет Димка на патруле. Как раз ему достанутся самые жесткие лужи, самые заиленные, и как раз это будет самым лучшим испытанием для его экспериментальных мостов. Делаешь красиво. У тебя это уже не первый, ой, как со мной это уже второй выезд, да? Вообще девятый. У тебя по факту они девятый, и ты каждый раз вот так вот газ по лаз фигаришь. Да, это просто кайф. Слушай, ну ты разбирал, смотрел мосты, как они там себя ведут? Разобрал, дефектовал частично, я снял, посмотрел, как грибки себя ведут, как новые. Подшипники немножко разболтались, но там шариковые подшипники моего образца стоят, они так и должны быть. И в остальном все плотно, крепко, как будто я их только собрал. Никакие морковки не рвет, все хорошо. Да, для тех, кто переживал за морковки, все хорошо. А на самом деле, если разбираться технически, морковки у колхозов имеют три подшипника.
Это очень крепкие вещи. Просто всему есть свой ньютонос-рез, как говорится. Если он сегодня сломается, я нисколько не расстроюсь. Я ему просто поклонюсь. Ну, пока этому это деду, тебе еще не удалось. Этому дедушке. Да. Но тебе сейчас будет самая трудная лужа, будешь самая, как раз вот. А потому что первому тяжело рубить. Вот он, да. Я проехал, в его канаву свалился, а там уже не тронуто дальше. Да. И мне пришлось постараться, чтобы. Ну, сейчас еще, я колеса не до конца спустил. Сейчас приноровимся к этой местности. Пытается в разрез выставиться. Когда вот так проходит, чтобы прям в натяг, чтобы отлично. Ты сегодня отстаешь честь всех них. Это благодаря тому, что Олег Евгеньевич сегодня со мной поехал. Олег Евгеньевич, ну расскажите, как это было вообще? Классно, чё. Чё, какие прогнозы на Серегу? Я думаю, что должен пройти. Потому что пока она не заилась, она не разбита еще. Надо ехать. Пока еще ничего не. Пока не затянула. Проскочил. Ну какой-то. Вообще ничем не задел. Как по асфальту. Серега, ну ты сегодня тоже настроен, смотрю, по боевому, ты прям сразу это. А ну я посмотрел, все буксует, вариантов нет. Третий там тут в пол. Ну на самом деле ты прям практически ничего не задевал там. Да, кто знает, там по дороге видно. Ну хотя да, на скорости еще. Сейчас ты можешь забрать эту Ниву и 500 000 рублей. Для этого нужно просто перейти на мой второй канал под названием «Тачка блогера». Там будут технические серии о том, как мы готовили эту машину к бездорожью. Кто любит технические серии, заходите на мой второй канал «Тачка блогера». Скоро там разыграем мою Ниву на порталах. Дима,
пытается выбраться на другую сторону колеи, чтобы взять ее в разрез, но у нее нету гидроусилителей и нету блокировок, поэтому здесь, мне кажется, без шансов. Надо было прям только ходами пробовать перепрыгивать, так не получится. Не-не-не, вообще без вариантов так не забраться. Ты здесь на черке же проходил раньше? Да, ну только на белке. На белке ты тогда еще не смотрел, а на этих, на новых колесах ты вообще тут. Тут я и говорю, что вот эта сегодня трасса, она как раз вот кайф, да, 38, 39, ну 40. Сегодня подготовился к оффроуду. Да. Как всегда. Ну, все у кого большие колеса ездят, да, вот в тапочках. Кроссовочки. Кроссовочки. Да, чем черт? Резать свою колею, потому что первый прошел патрол, у нее колея шире, у нее колея поуже, и поэтому бьет свою. Обратите внимание, когда УАЗик проезжает лужу, ему примерно по бамперу, когда Нива, ей прям по капот, но клиренс у всех примерно одинаковый. Больше не будет? Да, конечно. Как не будет? Одна лужа еще будет. Там вот эта коронная, которая в самом начале заехала. Коронная, да, там все залебедимся немножко. Вот интересно, Димка там проскочит или нет? Не знаю. А ты что, в себе тоже не уверен, что ли? Ты же до этого какие на 38-й вояке, а сейчас бортовые. На 38-х вояках? Вот, у меня просвета было ровно столько же, сколько сейчас-то бортовых. Нет, да, на вояках 38-38, как раз и есть клиренс, ты что? На 38 раз? Да. На вояках 38? Да. На 38? Да. Ну здесь на 20 метров больше получается. Да, ну, здесь. Значит, прихватка. Да, все равно на 3, на 4 почти. Сейчас это сейчас все будет. Все пройдешь. Я в тебя верю. Посмотрим. Димка кричит в окошко лайт. Надо сейчас найти лужу за поглубже для него, то что-то на самом деле слишком легко.
Нива поехала в самую жесть. Серега тоже не поехал по объездочке, поехал по интересной вкусняшке. Приезжайте, говорит, в Ходьково, там грязь не по шею, скукота. Вот дурью маемся, ходим. Проверяем понижайку. Да. Никак грязь не найдет. Вот понижение. Какое здесь сейчас понижение получается вообще? 8,9 у нас тут, вот тут сейчас. Но мне не хватает. Хотел запрыгнуть.
Слушай, прям с первой попытки ты взял ее. Ну там заилено, все тяжело, но прикольно. Слушай, Дим, вот... ну это у тебя уже получается 9-й тест, и все и так вот газ все палас. Вот так, газ палас, да. Вот они мосты-то, братцы. Никаких надо ни раздаток, ничего не надо делать. Вкатываешь в любой колхозный УАЗик, и она поехала. Передаточные отношения. Не, не понижайку от 8 делать, до 10. Ничего. Никаких понижаек не надо делать. Просто мотцы воткнул и погнал. 42-е колеса, не забудьте повесить. Да. И все будет вывозить. Ребята, если хотите себе такие мосты, уже испытанные на вот этом патроле, все держат, там усиленные грибы, усиленные подшипники стоят. Кстати, такие мосты можете купить у Димы с установкой. Сразу будет все под ключ. Да, Дим? Сразу. Правильно. Это даже правильный подход. Да. Сразу, чтобы уже было установлено все правильно. И была гарантия. Так, смотрим не вас, как там проборит здесь. Нива едет просто. Да, говорят. Его едет, да. Сейчас она первая поедет, сейчас. Так, Серега у нас на порталах. Бортовые войны, 38-е колеса и ПТ-шка у него. Интересно в тракторах пробивать такие лужи после зимы, ну тоже есть свой кайф. Ну да. Чем мы едем уже по Майкату, Жень. Ну все равно, смотри, однако, да, сколько собирается вот всякого. Да. Всяких вкусняшек. Подъехали к какой-то длинной луже, какая глубина здесь, не знаю, мерить не стали. Но в прошлом году мы здесь катались, вроде на 38-х, на прямых с трудом, но проходили. Сейчас посмотрим, как на 42-х в этом году проедется здесь.
Это только с виду Нива кажется такая околостоковая машина. На самом деле тачка очень сильная, с большим дорожным просветом. И она очень серьезная, на самом деле. Едет в паре, вот видите, первый прошел, прошли 42-е колеса. И за ними она прет. Нива, огонь. Ждал худшего на этой резине. Худшего? Ждал. Ну, прям нормально на резине. Ждал худшего, но по всей видимости я просто не цепляюсь. Все-таки, ну, пока по ощущениям, что яблоко редуктора цепляется меньше, чем у военного моста. Потому что оно прорезает, и он за счет этого едет. Я думал, что я в принципе нигде не поеду. Но сопротивление, ну, по машине минимальное, ну, по ощущениям. Но на этом мосту сопротивление было больше. При хорошей резине поеду. Ждем хорошую резину, да, будем тестить. Есть определенный момент, в котором пока ее еще не поставили. Машину готовили под 42-е колеса. Получилось так, что они сюда не лезут. Вот. И... Но мы все равно ее поставим чуть-чуть. Что-то придумаем. Вообще было другое место. Ну, разве не было? Был овраг этот? Вы все пьяненькие были, что ли? Не помню. Было темно. Не-не, у нас Extreme Stars здесь не это. Сухой закон у нас, правильно? Да. Пьют все. Пьют все и много. Растишку. Судя по тому, как с каждым разом увеличивается размер колес, то все пьют растишку. Что этим случилось? Тягу загнули, все, приехали. Где тяга загнула? Ну? Она была на 2 сантиметра ниже, стала выше. Ага. Она просто вверх поднялась, а не загнулась она, потому что у меня упоры стоят, вот, специальные упоры. В чулок упирается и сюда упирается. Устанавливайте у людей, которые это все понимают. Иначе у вас будут узлы из рулевых тяг. Ну да, так получается, она дошла бы до чулка бы и конечно, ее уже... Конечно, она бум и все. Завернула. Это просто я на что-то сел, она чуть поднялась. Шучу я, все будет нормально. Эвакуатор, ну. Tell your future like a psychic. Maybe you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I'd be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something you gon' like it. Chemistry is science. Better than what you was fantasizing. Different kind of пообедали и доехали сейчас до лужи, где, помнится, в одном видео здесь Женька на Ниве, он прям здесь прилип очень жестко, прям посередине самой лужи. И дальше у него сломался генератор, он заглох, и вот, в общем-то, из этой лужи мы его вытаскивали на лебедке. Ссылочка на это видео будет вот здесь по подсказочке, посмотрите, там тоже был очень интересный видос. А сейчас мы вернулись к этой луже обратно, Женька хочет ей отомстить. Сейчас посмотрим, ну, первый, наверное, сейчас пройдет Димка, наверное. Может, все-таки прорубит ее, и дальше пойдет уже Женька. Кто болеет за Ниву, ставьте лайки, держите кулаки за Женьку.
Велотрол, конечно, впечатляет своей мощью и своей проходимостью. Прямо огонь тачка. Жека отомстил этой луже, и в этот раз он прошел все на изи практически. Но единственная, конечно, пометка, что в этот раз он не пробивал ее, а прошел второй, но все равно галочку поставил. Мне здесь не хватит мотора, не выехать мне здесь. Да, да? Не, надо попробовать. Нет, я попробую, должен... но я знаю, что не хватит. Да почему? Мне кажется, все нормально будет. Ты просто не привык к порталам. Удивлен. Сопли жует постоянно. Это не поедет, то не поедет. Все нормально. Все всегда едет, да. Антон, мы ей отомстили. Все, это красавчик, лужа, да. Где мы положили два генератора на ноябре месяце. Да, мы с тобой врезались в дерево. Запаска есть. Колесо пробили. Что, сильно пробили? Там дыра вот такая вот. Что, ее никак не залепить, да, уже? Ну, там дырка такая вот, как обычно у нас бывает. Влаг-то у меня не пролезет, но три пальца тоже. Показать. Вот такая вот дыра. Офигеть. Вот скулак. Вон дубина и вон то. Да, помнишь, она прям подпрыгнула. А, вот этот звук был. Да, это да. Я порвал. Так, и что, как мы его будем латать? Никак. Все узнаем. Не можно ехать по грязи? Конечно. Полтора километра по асфальту побольше можно проехать? По асфальту полтора километра. По асфальту по обочине. Полтора километра можно? Да. Ну, ну и все так. Ну, а зачем нам туда ехать? Его все, все равно пружует. Никак, не води, не поедет. Под, даже по грязи, да, его зажигает? Как пружует? Куда? Жалко, конечно, колесо. Ну все, я все равно хотел снимать. Да? Ты хочешь? А ты хотел тут? Последний раз я хотел на них выехать, и уже трактора уже куда-то. Какие трактора? Нет, расскажем в следующей серии, что за трактора будут. Димка пробил заднее правое колесо, там прям дырка, ну где-то, наверное, размером где-то примерно с 3 пальца. Собрать, разобрать его колесо здесь и как-то и заклеить вообще не представляется возможным. Поэтому мы сейчас разворачиваемся, чтобы не ехать по асфальту, чтобы его там колесо вообще в шметку не разорвало и не ехать на диски. Возвращаемся, едем обратно по бездорожью. То есть часть пути мы проедем сейчас по тому маршруту, вот примерно где-то километр, который мы сейчас уже прошли, а дальше у нас начнутся овраги. На овраге часть ребят не хотела ехать, да, но в виде этой ситуации нам по-другому никак. То есть мы сейчас поедем именно по оврагам.
сегодня тачка за 100 тысяч не в форме и не может показать результаты, как на прошлой покатушке, но скоро, совсем скоро, надеюсь, очень скоро появится на ней нормальное понижение, и двигателя должно хватать будет, чтобы крутить такие колеса. Машина – эксперимент. Сможет ли, можно ли за 100 тысяч, да, вот, сделать машину, которая будет ехать? На 10 сантиметров дальше попрыгнул. А еще на 10. Ну тяжко, тяжко выгрузить такие колеса без понижения. Конечно, ну что ты мучение. Ну ты с той серии, вот что будет, если кулачку просто большие колеса выгрузить? Вот что будет. Он не поедет. Потому что мотора нет, трансмиссии нет, зато колеса. Пакет. Офигеть. Что происходит? Как копаемся. Наконец-то мы все-таки нашли способ, как затащить вернуться на овраге, да? Овраге, да. А, сейчас это и будет овраге, что ли? Да. А, то мы ехали вниз, а сейчас будем ехать вверх. А что тут ехать? Это чего это, Женек? Ладно, Женька на оврагах это. Обезду. Не ехал, сейчас что-то вроде поехал, да? Сцепление высохло, появилось, попёрло. Хотели бы вы прокатиться за рулем одного из этих оффроуд монстров? Я запускаю конкурс на покатушку на баге БТР. Всего будет 300 участников. Правила простые. Надо приобрести наклейку с этой баги на сайте Тачка Блогера. Не перепутайте. Сейчас там идет, получается, у нас два конкурса с покатушкой на баге и с Нивой на порталах. То есть, если вы покупаете наклейку Нива на порталах, значит, вы участвуете в розыгрыше этой машины. Если вы покупаете наклейку баги БТР, значит, вы участвуете в розыгрыше покатушки на этой баге. Победитель этого конкурса отправится вместе с нами на покатушку за рулем баги БТР. Как только все 300 наклеек найдут своих счастливых обладателей, мы разыграем билет на покатушку в прямом эфире в любом из выбранных вам программе рандомайзере. Если вы из другого города, я оплачу вам билет на поезд либо самолет,
максимальной сумме 30 тысяч рублей. То есть до 30 тысяч рублей я покрою ваши расходы на билеты, самолет и поезд. Также я оплачу вам гостиницу на 2 дня, плюс трансфер из аэропорта и обратно такси. Если вы живете где-то неподалеку, я оплачу вам такси в обе стороны. И также с меня шашлыки на самой покатушке. И, конечно же, интересное видео по итогам всего этого крутейшего мероприятия. Итак, желаю всем удачи. Ссылочка на сайт с наклейками в описании под видео. Косяк надо. Ниву надо было пустить, было посмотреть сразу, как она. Я думаю, что Жень сейчас ее посражался, да? Посражался, да. Здесь он такой полукругом идет, либо можно по прямой проехать, получается, два оврага, либо вот так здесь спуститься и вот так вот по кругу пройти, там подъем. Я как хочешь проехать, так и всяк, так угодно. Как так просто, так сложнее. Ну, здесь так сложнее будет, здесь наклон, видишь, он еще с наклоном, там пенек, я не знаю, где здесь проезжать-то лучше. Проезжать слева, по низу, уезжать там. Нет, просто. Это не просложно. Да. Ну, это самый лайк. Сложнее всего вот здесь. Нет. Да. Да, здесь, смотри, получается, здесь сначала так его раскручивают, потом направо. Ну не с твоим мотором. Вывешивается. Да нет, я-то вы заеду, просто куда тебя понесет, на какие верхи ты грохнешься. Сложнее вот по кольцу, по большому радиусу. Ничего радиус. Сложного нет. Да нет, вот там как раз. Там тонет все. Ничего тут не тонет. Все там тонет. Ничего, как мы тут будем переправляться? Так ты же здесь ездил. Да давай я сейчас кольцо опишу. Подожди, вот это враг я как раз конечно, помню. Конечно. Давай я кольцо. Да, да. И два всего мы проезжали. Вот здесь забираться сложнее всего. Это поздно. По корням. У Димки спрашиваем, Дим, по какой траектории поедешь? Димка как маленький ребенок. Так, я хочу здесь, вот здесь, вот здесь. По кругу потом пройду, еще вот здесь хочу. Наконец-то он добрался до оврагов, потому что там, где он живет, у них в основном болото. А такого рельефа очень мало. И сегодня Димка прям отрывается. Несмотря даже на пробитое колесо, ему пофиг. Главное покататься, поотрываться. Красавчик. Офигеть, дал угла. Эй, Дима! Стой, 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 сейчас зацепишь колесом. Очень хорошо едет. Ну, сплющенное колесо, трактор, плюс огромный крутящий момент, мощность. Пожалуйста. Тут никто так не делал. Ну, прикольно. Слушай, ну как раз вот нагрузка для проверки для мостов идеальная, я считаю. Вот здесь
Вот этот вот подъем поднимается с корнями. На задних колесах, считай, прыгает. Но она давно бы отлетела, если так. Конечно, там еще глина, корни. Ему осталось вот на елку заехать, а так, по идее-то он... Все, мне кажется, сейчас следующая серия подписка, скажет, ну, надо на елке проверять. Ну, вот сейчас, если упереться и в бетон залить задние колеса, он на елку залезет. Просто можно. А был бы я сейчас на белом черке, я бы тут показал. Штатный колхозный мост со штатными полосями. Полоси штатные, да? Только бортовые военные. Да, там Димки на это разработали. Секундочку. А в бортовых редуторах? Там свое. А, там все свое? Вот вопрос такой. Обезочки. Да. У меня только обезочки. Горки моя слабость. Не, конечно, попробую залететь. Ну да. Ну, кстати, у тебя что-то под конец покатушки начало нормально наехать-то. Что я такое? Сцепление высохло? Что ты говоришь? Бояться перестал. А-а. Здесь самое трудное будет выйти из этой колеи. Вышел. Диагоналка, видишь какая, и у тебя блокировок нет спереди, поэтому ты сейчас не заехал. Ну, ты так же ехать, только вот блокировки. Прямой. Вау, вот это что да, говорю. Это да, вот эффект нашли.
Что здесь? Вы еще не подписались? Обязательно подпишитесь на канал. Впереди очень много интересного контента. Заполнянка какая? Вот колесо вот сюда упрется, и все, и не заедешь. Будешь мылить до корня. Вон сколько людей сюда приезжал. Вон лысый парень, весь полированный. Пока колесо у него перепрыгнет, за него перепрыгнет часть. Засечки, 5 шрузов здесь оставлено было, да? Однозначно. Надо было с первого раза колеса травить, тогда бы эффект пул был бы. А да, сейчас, да, уже сейчас все. Уже все. Я уже здесь яму накопал, да. Надо ставить трактора. Не, в разрез можно ковыряться, да. Возможно, я сейчас перестроюсь и тогда подаву.